Наживка есть, Илюх? Нет, да, ничего. Наживки нету, нету. Ничего. Да? Да, есть тяга небольшая. Этой мормышкой кучу поймают, небольшая там тяга есть. Я маленькая мормышка находил. На маленькую, кстати, лучше берет. Сколько глубина примерно? Ну, небольшая, может, метр полтора, может, два. Ну что, ребят, всем привет. Очередной выход. Сегодня мы приехали на лесную речку побаловаться плотвой лицом, ребята. Погода шикарная, минус 8, небольшой снежок идет. Короче, крутая погода, ребят, для такой рыбалочки. Ну, сегодня лайтовый выход, чисто так оторваться. На днях я ездил, шикарный клев был. Правда, ездил на пару часов всего за живцом, и вечером прям порадовало меня. Хорошая такая плотва. И Илюха на котлеты, говорит, поехали. Сегодня с Илюхой приехал он ко мне в поселок с утра. Быстро загрузились и на одном мотособаке приехали. Ну, еще рано. Сели на старые лунки. Толком не замерзли. Снега много. Пока вот сели, тишина пока. Ну, сейчас будем разбуриваться. Береговую зону смотреть. В целом, ребят, сегодня целый день будем на льду. Будем рыбачить, отдыхать. Ну, и пытаться добыть ельца, плотву. Так что, давайте, ребят, с нами. Погнали. Червячки, червячки. Ой, червяки. На, парик. Ну, хороший. Червей. Так, друзья, ну, чай попили. Пойду прогуляюсь по уночкам. Тишина здесь пока. Думали, здесь рыбка будет стоять. Не стоит пока. Так. Тихо. Унки, ребят, не замерзли. Вчера здесь разбуривали, ребята. Ну так, ничего, половили ребёху. Уночки. Мясо. Чуть-чуть прихватило. Вот вода еще, блин, вышла на лед. Нашел, ребята. Плотвицкая.
Есть контакт. Ах ты ушел. Илюха тоже обрубился. Поймали по одной. Чё-то тишина, ребят. Не знаю, надо искать. Плюс, конечно, разбурен тут капитально. Ну, местами где-то рыбка стоит, надо искать. Так, ребята, потихоньку народ подтягивается. Со всех сторон начали ехать. Там. Не хотит сегодня. Будем искать таким образом. Thank you.
баки было почти на окно там. Короче, одно деление показывало на этой куйке. Садиться. Я тебе говорю, вот все вокруг тебя обурят, блядь, и будут заебись. Ну я ж там сидел, блядь. Здорово. Здорово, дядя Коль. Не дают это, Коль, не дают рыбачить, блядь. Орут, блядь, вокруг меня хотят обурить. Так, блядь, не все же время тебе пиздеть, Леня, блядь. О, смотри, а там нету, да? Эдик опять приехал, да? Ага. Сейчас недавно проскочил, да, на он. Нет, проскочил, вон, сухой, это такие, воробей, вон. Вова? Да, а Эдика там нету? А вон Миша идет. Миша Примакин есть. Коля Раевский. А, это Коля, ну да. Да, и Гоша там где-то. Ой, у Эдика что-то наебнулось там, блядь. На этой штуке? Да. А, подшипники полетели, на вариаторе. Да. Ну, вот ты такая... Не знаю, хотел сделать. Он толком-то, блядь, и не ездит, блядь. Вот надо ездить, чтобы он ее ломал. Я и говорю. Он заржавел и сломал. Толком не ездит, блядь. Я не видел, чтобы он часто ездил. Ни на охоту, блядь, ни на рыбалку. Есть это инструменты. Мое-то место никто не займет, там кресло стоит с удочкой. Тебе надо было чуть-чуть дальше туда, в тропинке садиться. На Гошино место. Я там хорошую плотву сегодня вытащил одну. Да. Нет, там, где я потом, блядь, приманку кинул, нихуя не стало плевать. Думаю, нахуй я ее кинул, блядь. Ага. А тут вытащил и сразу приманку, думаю, там у него две берешки, блядь. Так, ребята, сидим, потихоньку таскаем. Живец. Воду сделаем. Пакет не влазит, туда решил выжить. А живец, дядя Лёнь? Пакет не влазит. На пакеты еще. Нет, попадают почти. Ну да, что нет-то? Два дня я ходил, два дня по одной ловил. В этом году вообще интересно. В январе щуку ловили. Нормально. Так, дядя Лёнь, щуки-то какие? 5-200, 5-700, ну. Я не считаю там щуку килограмм. Хорошая щука. Что хорошо попробовать подцепить. Сколько дедюля зайца в этом сезоне? А? Зайца сколько в этом сезоне взял? Зайца? Мало, три штуки. Три штуки? Прошу год 6, а в этом году 3. Да нет, зайца. Один там, блядь. А так рябчика помимо этого не бил, ничего? Один попал, убило.
Так даже не видел, блядь. Да? Да. Следы на снегу было есть, а не видел даже. Mm. В одном месте два подымал, одного убил, второго, блядь, не нашел нахуй. Сюда перелетел. Угу. Не ходил. А вот за грибами заводчи ходил, блядь, да? Блядь, нахуя выводка подымал? Почему осенью, когда надо было стрелять, блядь, рядчиками, нихуя разлетелись все куда-то. Или их, блядь, петлями там повытаскивали нахуй. Везде эти петли стоят. А так глухаря ничего не трогал? Не ходил. Не, да? Хожу, там глухарей нету. Ну понятно. Но вот заводчик ходил, там раньше поднимал глухарей. И теперь вот это лето ни разу не поднимал. Одного там взял зайца. Угу. Смотри, дельный какой. Бычок. И лес, да. У меня один тоже хороший такой попал. Кабан вообще. Прям красавец. Опа. Ну, опять пошла, походу, да? Подойдем, блядь, почти стоит. Да? Я все на пол воды беру. Со дна не беру. Со дна мелочь, блядь, сока. Да. Гусяру на полкило. Нет, я сейчас кинул, поднял. Не, смотри, какой лес, блядь. На полкило мычало. Нет, пока-то я видал. Ебать, 40 питон, блядь. Ебать, такие живут, что ли? Солить таких надо. Плавали. Там же вес, да. Не толстый, блядь, не глубоко, она, блядь, уходит. Кто-то пробурился, и опять пошла рыба сюда. Угу. Походу, бля. С одной стороны, это хорошо, когда бурят, бля. Гонят сюда, да. Сюда гонят, да? А что делаем? Мы так щуку ловим тоже. Ох, нифига. Смотрим, смотри, какая вылетела. Андрюха. А? Че взял? Да. Какая сорога красивая. Я говорю, вот смотри, что за собака там бежит. А это, блядь, лошадь, это так далеко, блядь. Как собака, блядь. Я как бы лучше не поставлю. Сходить рядом где-то. Вот это, все ближе, ближе ко мне, все перестало. Стакан спать. Раньше мы это жили. Собаки. Да сало съела, иди, говорю, сюда, блядь. Что, клевать начало? Да. Ну рыбачь, а поймал? Да. Кого? Ну, опять подошел, видал? Одно за одной. Ну что там, да, ты? Раз, другой. Вон твой потенциальный клиент. Ну, ладно, что? Привет, здесь потерял. Вон клиент. Бегать? Бегать не будут уже, нахуй. Где вы жалеете? Что можно? Да ебать!
Заебал, жилет. Поймал. За воду, за природу. И за дядю Лёню. Дядя Лёня тащит, смотри. Опа, видал? А, дядя Лёня, по-моему, с нами поделится. Ты смотри, у него пакет для скировского гастронома из-под макарон. Хуй там что будет, я. Ты что, спецсоюз, нахуй? Спецпроект, блядь. Даш, на хлеб-то где? Блядь, колбасы там нарезали, иди туда. Хлеб-то где? Идём, дядя Лёня, чай попьем. Хлеб был там. Пиши, ты приносил. Уже нет. А вон, иди пей чай. Крепковато, да? Покушай. Хлеб, где? Что тут у нас? Угу. Замерзло. И здесь тоже клюет. И здесь тоже клюет. Я 6 утра будильник. Блять, ты не водку жрал, блядь, а вы водку жрали. Было на поингу, приедешь, что в 9-10, потому что пока к лесу приедешь, пока помоешься, блядь, на мотоцикл и на поингу. Но же в том накидал бутылку, ёбнул и заснул. Утром проснулся, блядь, собрал, если есть, если нету, блядь, собрал все и домой. Хорошая плоточка. Сука, говорит, талант не в том, чтобы жрать и не толстеть, а талант в том, говорит, чтобы пить и не пьянеть, да? Да. Рыбак отменный. Селёдочки, ребята, какие хорошие. А? Килограммчика 2 уже есть. Отлично. Дядька Ленька накидал. Ну, сколько, дядя Лёнь? Где-то кило, 200, кило 300. Давай проверим. А? Давай проверим. Сейчас глазомер твой проверим. Есть же у меня. $300. А, видал? А ты говоришь, кило 200. Пять секунд. Народу, ребята, конечно, куча. Охренеть. Просто в тайге просто собирается поселок. Село и еще пару сел. Ни хрена. Улетело. Ловится, да. Ловить просто надо. О, хариус оттронулся, Григорьевич. Хариус-то он, я с Визинги сколько раз ловил, нахуй. На рыбалку иду, он этот, блядь, под рай, гору-то, нахуй, там. Блядь, сейчас мы там с Колей ловили, блядь, мне я полкилограмма, он тоже такого же ловил, нахуй.
Вот, вот. Потом я тот раз, бля, две штуки сразу поймал, тоже грамма по 200, наверное, бля. Потом что-то рыбачить стали, бля. Я, вернее, стал это, один тоже был, бля. Ловил его, ну, что-то, бля, ёпта, ну, пахнет хариусом. Бля, от рук дал. Да, бля, ну, не крупные, наверное, мычки. Ну, так-то, средненькие, хорошенькие мычки тоже. Кидал, кидал, даже не разок, бля. Потом, бля, пахнет, бля, ну, а нахуй уже мешка не стал искать, пизду. Уже не дал, она почистила, нахуй. Побурчало, нахуй тут тебе столько, бля. Я тут ловил, бля, по 90 штук, да то мелочь тоже, бля, Кузь Иванову давал. Рано уходишь, Григорьевич? А? Рано уходишь, сейчас же клёв пойдёт. Как где клёв-то уже? Сейчас будет, и чё? Будет ещё? Конечно, сейчас все клёва ждут, и чё? Потом, блядь, темно, сейчас же, сейчас только клёв и будет. Сейчас начнёт, знаешь, как масхать? Ого. Я только обычно в это время приезжаю с живцом. Сажусь, живца ловлю, и вот такие кабаны попадаются еще догонку. Но за целый день столько не ловят, сколько за вечер ловят. Я же тебе говорю. Так что рано уходишь, рано. Сейчас бы сел с прикормочкой. Ну, что, вон, едем, да, уже, все. Да. Пешком потом не пойду. Ну, ладно, пару километров было, можно, бля. 13 км, бля, ёпта. А, да, далеко. На 13, потом он там по лугам еще, блядь, пока будет. Ну я нахуй от заправки что, пешком пойду ехать. Ну понятно. Ладно, Григорьевич, ну, да, давай, рад тебя видеть. Хуя. На связи? Ну а потом когда-нибудь это. На связи? Пусть снег этот немного. Уплотнится, да? Да, да. И поедем, поедем, поедем. На пару дней сразу поедем. Палатку возьмем, печку возьмем. Сейчас 5 минут, подожди. Что там, сам знаешь. Тебе не... Да? Да, ну. Там, там сначала, потом там. Потом и тебе, да. Нике, можно принять, и утром сразу туда. Нахуй. Туда, да. Когда придется обратно. Да, потом, да, 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 да. Вот так и сделан. Живец, ребята. Живчик. Опа. Есть, ребята. Ох ты. Ой-ой-ой, оп-оп-оп. И лес хороший. Все, ребят, вечереет уже. Что-то ребята домой уже уезжают. Мы потихоньку еще сидим. Мы еще сидим потихоньку. Что, нормально потихоньку поклевывает, ребят. Рыбалка такая тихая. Много народу. Вообще капец. Особо не пообщаешься. Ну и так в целом. Не поснимаешь контент, конечно, какой-то. Ну, не обессудьте, ребят, конечно. Когда плюс собирает весь поселок, а то и село рядышком, и второй поселок, и третью деревню. Так что многие не понимают эту камеру, конечно. Ну, особо не включаю, потому что ругаются пацаны, конечно, мужики. Ну, мы рыбачим. Хорошенькая. Клюет, ребят, новыми мормышки. Ну, поесть. Есть контакт, есть. Ух ты, какая. Ребята, смотрите, какая красотка. Красавица вообще. Блин, клюет вообще редко, конечно.
рвется. Ну что, еще немножко поднакидали. Ну, дело-то хорошее. Нормально. Посидел сейчас немножко. Ну, какая хорошая попадается. Так, это не надо, это надо мусорку под нем. Привезли нам немножко продовольствия. Сейчас немножко покушаем. Я тоже себя считаю гнилым. Ох ты, какая хорошая. Да, хорошая селюнина, ребята. О, смотрите, ребята. А? Андрей? Да. Идем ебанем. Ага, иду. Иду, ребята. Клюет у меня. Да, блядь, дрочит эта плита, блядь. Мелочь, да, Илюх? Да пиздец. О, хороший же. Попадается, вылетает, да, вон. Смотри, какая хорошенькая вышла. А так тоже все в кан идет. Конечно. Поймал что-то, нет? Да, вон две штуки. Две штуки, да. Поймал. Ну, ребята, смотрю, уже в палатку. Да. Там, да, они вот вечером сели. Да, я тоже в палатку зашел. Сколько такие кубайки стоят, знаешь? Там это же дешевые китайские палатки. Дешевые, да? Да, там те-то дешевые, Илюх. Там вообще... Затрёх. Там 2000, а не ценник. Ну, еще мог взять и посидеть. Там, да, но она такая маленькая, неудобно. Там от ветра, от снега, да, вот она подойдет. А так, в целом, то, что там как-то там разместиться, нет такого, конечно. Там, то, что разместиться. Да, там вот пару лунок поставил в углу.
И вот так. И чтоб, если подсекать кверху, короче, ну так разместить ее надо. А так все. Палатка чисто от ветра, вот от снега, когда вот так метет. Херачит, да. Так что... Крупная плотва, ребят, клюет. А клюет как... Как детская вообще. Ох. Смотрите, ребят, какая сорога. Красота. О, какая. Красота. Все, ребята, у нас ужин готов. Шикарно. Илюх, что, пельмехи, да? Красавчик, брат, красавчик. Выключаем видео. Включаем, блядь, режим эконом. Режим питания, да? Пришел тут. Ручка качает. Ну, сорога-то клюет. Не прекращая. Илюха там пельмени наварил. Нормально так. О, будем уже собираться, ребят. Хорош. Хорош на сегодня. Тут тоже кто-то сидит. Тут ельчик сидит. Ложится, пойдет. О, какие сорвы, ребята. Классные. Попадаются. Ну, ребят, что, рыбку грузим. Потихоньку собираемся. Ну, люшки сколько? Пару килограмм. Тоже отдаю им. Не нужна. Ну, и живец есть. Классно. Рыбалка закончилась. Ну, не обессудьте, такая рыбалка, потому что, ну, в коллективе. Тут весь поселок, пару сел на одной точке. Не могу немного контент сообразить, ну как бы так. Две ночные палатки остались. Вон, ребят, смотрите, видите, красавицы, молодцы. Сейчас завожу, уезжаем потихоньку с ребятами. Серьезно, да? Да.